Под Куполомского цирка все еще взлетают акробаты в спецовках. Один из самых долгих и сложных. Трюк под названием «Полное преображение цирка» удался. Почти. Чуть меньше 2 недель на нанесение последних штрихов. Впрочем, омскую арену уже не узнать. Кое-что останется неизменным. Например, насыщенная афиша. Как и прежде, на арену омского цирка будут выходить лучшие артисты со своими коронными номерами. Так, например, новогодняя программа, посвященная открытию цирка, будет включать в себя аттракцион Вячеслава Черниевского с пометкой «Не для слабонервных», который уже успел собрать несколько престижнейших мировых наград. Номера с попугаями и морскими львами. Была возможность выбора. Вот, я ездила в командировку в такие города, как Екатеринбург, Казань. То есть мы смотрели тех артистов, которые выступали в тот момент в цирках. И, собственно говоря, вот коллегиально решали, какие номера должны работать на открытии омского цирка. Сегодня я не побоюсь сказать, что в нашем цирке будут самые лучшие номера, самые лучшие артисты. И для этого как бы приложено максимум усилий. К слову, прежней останется и стоимость билета от 250 до 1200 рублей с человека, что по цирковым меркам весьма демократично. Продажи стартуют 15 декабря в кассах цирка и на официальном сайте. А 24-го начнется сама новогодняя программа и продлится до конца зимних каникул. По 2 захватывающих представления в день. Все возможные трюки, что могут делать ластоногие, мы исполняем. Плюс к этому мы, опять же, повторюсь, танцуем, мы поем, мы постоянно бесконечно целуемся, обнимаемся. Но мы, правда, их очень любим. И я очень рада, что они будут в таком замечательном помещении находиться. Здесь будут созданы все условия для них. Это и температура, и замечательный веткабинет там, да, с новейшим оборудованием. То есть все будет здорово. Сюда вот спокойно приезжаешь и знаешь, что здесь тебе обязательно помогут и накормят. Еще один немаловажный штрих в обновленном убранстве омского цирка – это новые кресла. Такие поставляют из Санкт-Петербурга в лучшие цирки страны. Так что наблюдать за выступлениями акробатов, жонглеров, иллюзионистов, дрессировщиков и клоунов зрители смогут не только с восхищением, с замиранием сердца, но и с комфортом. Елена Смирнова, Сергей Никифоров, 12 канал.